Здравствуйте! В данном видео мы с вами поговорим об электрическом рубанке фирмы Энергомаш RU-1012N. Данный бытовой инструмент предназначен для строгания пиломатериалов из древесины. Рубанок может строгать плоские поверхности с плавной регулировкой глубины до 3 мм, имеет функцию шпунтовки дерева посредством упора. У данного инструмента имеется система пылеотвода, либо в мешок, либо при желании в технический пылесос. На металлической подошве находится предохранитель ножа. Он нужен для защиты лезвия от агрессивной поверхности. На передней части металлической подошвы находятся V-образные каналы для скашивания кромок. На основной ручке имеется кнопка, блокирующая случайный запуск. Для снятия фасок и ровного строгания у него есть параллельный упор. У данного рубанка внутри мотор мощностью 1100 Вт, который разгоняет лезвие шириной 82 мм до 16500 оборотов в минуту. Также производитель позаботился о том, что данный рубанок можно установить в стационарный режим и закрепить на столешнице. Ну а поставляется данный рубанок вместе со стационарной платформой, с крепежами, с различными упорами, запасными угольными щетками, ремнем, ключами и инструкцией. Электрический рубанок Энергомаш RU-1012N – универсальный инструмент по оптимальной цене. Ну а более подробную информацию о товаре вы сможете найти у нас на сайте в описании, а также приобрести все расходные материалы и сопутствующие товары в соответствующем разделе. Если вам понравилось данное видео, ставим палец вверх, а если хотите быть в курсе видеообзоров на различные инструменты, подписывайтесь на наш канал на YouTube.